1 марта в Омске тоже открыли охоту на пассажирские газели. Теперь на рынке перевозок они вне закона. Департамент транспорта и Ространснадзор проводят совместные рейды в поисках нарушителей. 384 автомобиля должны уйти с 31 маршрута. На каких-то направлениях транспорта станет меньше на 3-4 единицы, где-то на 2 или даже 3 десятка машин. Больше всего нехватку ощутят те мечи, кто пользуется 419 маршрутом. 1 марта не все водители выполнили предписание чиновников. Кто-то говорит, что владелец маршрута не поставил в известность, кто-то слышал о запрете, но не знал, с какого числа он вступает в силу. Я слышал, сам лично не видел по новостям, но слышал. А почему выехали тогда сегодня? Как начальство мое сказало, что все документы как бы в порядке. И оснований, то, что мне выезжать, как бы нету. Теперь перевозчикам грозит предупреждение, либо штраф. Для водителя это 5000 рублей, для владельца маршрута 300 тысяч. Рейды будут продолжаться в течение всего месяца. В департаменте транспорта уверены, что омичи никак неудобств при передвижении по городу не почувствуют. Если машины эти уйдут с маршрута, в принципе, пассажиры не ощутят. Где было большое количество машин малого класса, вместимостью до 15 мест, мы вчера провели отбор перевозчиков, привлекли для работы на этих маршрутах перевозчиков с более современным, более новым, более вместительным подвижным составом.